дебютировали в роли пресс-атташе этого турнира. Расскажите, с какими сложностями удалось, ну, пришлось столкнуться в работе? Безусловно, это очень полезный опыт для меня, очень успешный, мне все понравилось, но вот определенные, в принципе, как таковых сложностей не было. Были моменты, когда динамично очень развивались события на поле и не успевал записывать авторов голов. Оно очень динамично развивалось и нужно было быстро фиксировать это все. В принципе, вот это основная, единственная сложность. А так все прошло комфортно, в нормальных условиях. Какие игры понравились? Да, в принципе, вот если в первый день были такие разгромы, то дальше все пошло по накатанной, была борьба, были боевые матчи, и меньше разгромов. Какие-то особенности прошедшего турнира можете отметить? Очень впечатлила активность трибун, очень сильно, вот я был просто поражен. Были люди, как один фанат, я думаю, его все запомнили, который болел за всех, знал всех поименно. Ну, в принципе, ну, очень, на очень хорошем уровне прошел турнир. Хорошо, спасибо. Взаимно. Все? Все, да.